Счастья, счастья, счастья всем! Приветик! Сразу зачитываю один комментарий. Написала Солмаз. Счастья, удачи, благополучия. Розана Ханум, халатик в норме. Так боялась, что вдруг срежете больше, чем надо. Чувство меры в меру. А поговорить я хотела немного про обувь. У меня с этим делом всегда очень тяжело. Как подумаю, что нужно идти в магазин и выбирать обувь на очередной сезон, уже начинают болеть ноги. В конце августа доча уговорила вовремя обзавестись обувкой. Последние несколько лет, чтобы не мучилась разноской обуви и мозолями, забираю их на работу и ношу по несколько часов в день, пока ножкам не будет комфортно. Также планировала и в этот раз. Но начались дождливые дни, и мне пришлось доставать обувь с позапрошлогоднего сезона. В них ноги не болят. Здесь хочу отметить важный момент. Я с вами уже год. Обнулилась, сделала несколько шагов и чувствую... Сделала несколько шагов и чувствую что-то не то. Такое ощущение, что я проваливаюсь то в левую, то в правую сторону. Сняла, перевернула каблучком вверх и рядом поставила обувь, которую носила этим летом. И произошло вот что. Внешняя сторона каблука на позапрошлогодней обуви стерта на минимум, на сантиметр от края. А на тех, что носила этим летом, подошва ровная. Хочу отметить, что хожу я за день очень много, минимум 8-9 километров в день. Как же не порадоваться и не отметить, что упражнение сделало свое дело. Это говорит о том, что происходит кривизна ног, и ноги становятся стройными, ровными. Стою ровно перед зеркалом. С возрастом многие не... Наверное, отмечают, как увеличивается расстояние между коленками. Этому факту была безмерно рада. Конечно же, я чувствую, что уже могу твердо стоять на ступнях, не шатаясь и не проваливаясь то в одну, то в другую сторону. Я очень благодарна своей подруге, которая познакомила меня с вами. Я благодарна вам за ваши уроки жизни. Говорят, учитель появляется тогда, когда ученик готов. Все совпало в тот момент. В моей жизни мне именно был необходим человек, который встряхнет и вернет вначале меня прежнюю и заставит меняться шаг за шагом. Большое человеческое спасибо. Салмаз. Ну как не порадоваться, как мне было это не зачитать. Вы представляете? Кстати, просто посмотрите свою обувь, которая действительно позапрошлогоднюю, и обувь, те, кто делает упражнения. И обувь, которую сейчас вы купили. И вот, допустим, это лето носили. Вот посмотрите. Действительно, вы очень хорошо, если так не сильно видно, не сильно заметно, то вы очень хорошо с обувью вы увидите вот эту вот разницу. Я говорю вам, когда-то я... Ну, Салмаз, умница! Умница! Во-первых, делаете упражнения. Во-вторых, увидели... Заметили такой потрясающий результат. Конечно, вы это упражнение. Вот представляете, если его оставить и ножки обратно вернутся. Почему я всегда говорила, ой, я так боюсь не делать, потому что вернется то состояние. Оно же, знаете, подкреплять его надо, укрепить его надо. И, конечно же, спасибо большое. Такое подробное, даже вот для нас, для всех, прям какой-то такой... Урок, как можно еще увидеть результат этого упражнения. Умница! Просто умница! Спасибо большое, что написали. А когда ученик готов, конечно, находится учитель, так же, как я, когда в свое время была готова, мне находились мои учителя. Ну вот, рассказывала уже в каком-то видео, что я покупаю обувь, у меня всегда хорошая обувь. Кремы, обувь, сумка, машины у меня всегда были хорошие. Ну и вещи, ладно. Так вот, купила очередную обувь. Weitzman Stuart, компания, я с ними очень много, тоже их очень много покупала. Я много лет с ними была. Кстати, они сейчас продались в Коч. Ну, там, ладно, это другая история. Вот, так купила.
И думаю, ну странно как-то у меня левый вот этот прям совсем что-то вот подошва там вот где чуть-чуть каблучок, там подошва. Думаю, очень странно. Пошла к сапожнику. Говорю, так стали, говорю, такая, говорю, обувь никакого качества. Говорю, так стали плохо делать. Он так смотрит на меня и говорит, нет, мадам, обувь у вас хорошая. Обувь у вас качественная. Это вы, у вас перекос идет. Я говорю, какой перекос? Ну, вы просто опор делаете больше на левую сторону. Это у многих я вам сделаю. А до этого пошла в ателье. Я похудела. И вещи какие я еще тогда не близко не шила, не перешивала ничего. Я пошла в ателье, какое-то пальто понесла. Говорю, сделай мне пальто. Ну, такое стало огромное. Сделай мне. А я его только купила. И кто знает, купила Burberry. Такая компания, ну, только купила, и оно мне стало просто, ну, огромное. Говорю, сделай мне его, подсади мне его. Ну, она мне так посмотрела, говорит, да-да, здесь я вам так чуть-чуть повыше, здесь я вам сравняю, здесь. Я говорю, а что такое, почему тут надо как-то? Она говорит, ну, потому что у вас плечи неровные. Я говорю, как плечи неровные? Она, ой, так у всех, у многих я вам сделаю. Вот когда я задумалась, и когда я пришла и увидела, что вот такой вот результат, то вот это вот было ателье и вот от обуви. Так что, Салма, спасибо большое, что вы написали. Для нас это очень хороший показатель пойти проверить свою обувь. Вот как там скошено, вот насколько, куда, в какую сторону. Или там ровно, одинаково. Да, оно, особенно те, кто водит машину, вот так немножко всегда правый каблучок немножко там стирается. Но это когда ты машину водишь, потому что всегда на педаль у тебя. Это не то. А вот когда ты именно ходишь, вот посмотреть, куда стирается обувь. Это будет очень хороший вам показатель. Спасибо еще раз, Салмаз, большое, что написали. И вот хотела еще зачитать две мои куколки-девочки. Это девчонкам. Сейчас я их найду. Сейчас я их найду. Ну вот в прошлый раз говорила, что у нас пасмурная погода. Сегодня роскошно, солнышко, прекрасно. Сегодня, по-моему, будет даже 26. Так что, а в прошлый раз была такая пасмурная погода, и многие написали, что любят пасмурную погоду. А я тоже люблю пасмурную погоду. Так. Ну вот девочек хотела, двух девочек написали. Написали, Розана, мы с подружкой сидим и вас смотрим. Сейчас я его найду и еще раз подключусь, чтобы вам не затягивать время. Ольга пишет. Здравствуйте, Розана. Мне 31 год, и я очень люблю вас смотреть и слушать. Вы изменили мое мировоззрение. Я стала по-другому к себе относиться и к своим родным. Вы как фонарик. В нужный момент подсветили путь в темноте. Благодарна вам. Благодарю вас. С вами уже 2 года. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, чуда, любви. Оленька, спасибо большое. Умница. В 31 год слушать взрослую женщину и меняться. Ну, просто браво. Спасибо, что написали. Спасибо. Такая разнообразная, разновозрастная аудитория. Прекрасно. Вот еще вот хотела еще вам, сейчас вам вернусь, найду и вернусь, чтобы не забирать ваше время. Вот, нашла. Слава пишет. Розана, смотрим вас с подругой взахлеб. Вы кладезь мудрости, света и доброты. И очарование ваше действует на все поколения. Поверьте, нам по 37 лет. И между собой мы вас зовем Одуванчик. Спасибо вам огромное. Какая прелесть. Спасибо вам. Да, действительно, вы видите, какая большая возрастная аудитория. Ну, всем спасибо за отзывы. Хороших вам выходных. Возможно, на выходных выйду.
хотела подъехать в один парк. Немножко уже начали у нас деревья окрашиваться в какие-то краски. И если будет такая возможность, то просто вам раннюю-раннюю подготовку к осени запишу вам просто красивые места, если получится. Ну, до следующих встреч. Счастья, счастья устойчивого, счастья, которое как основа ложится. Вот ты на нем стоишь, и тогда ты, когда что-то, ты отталкиваешься вот от этого, от устойчивого счастья всем. До встречи!